И всем привет, с вами я, Супер. И сегодня будет посылка с Алиэкспресс. Значит, здесь, вы как понимаете, спиннер. Да, по названию, наверное, вы поняли. Давайте откроем наш спиннер. Да, я что-то опоздал, наверное, как слоупок. Но я думаю, типа, еще популярность не прошла. Вот. Мне кажется, набирает обороты. Fidget Spinner. Он у нас очень дорого стоит. И я купил с Алиэкспресс за сущие копейки. Знаете, этот спиннер мне во сколько обошелся? Всего лишь за $1. Там какая-то была акция и всякое такое. Свой спиннер, я как вижу, очень хорошее качество. Вот это, значит, тоже... Да, это тоже подшипники, а в середине прям супер подшипник. Давайте я вам покажу. Ну, я не знаю, как-то так. Ну, очень прикольно, он так крутится плавно. Как видите, он очень быстро крутится, еще можно вот как-то вот так делать, что ли. Давайте поставим. Ну, это я слабо прокрутил, это я не так быстро прокрутил. Крутится, и это самое главное. Хотя я не знаю, в чем смысл спиннера. Наверное, какой-то антистресс. До сих пор крутится. Все останавливается. Все остановился. Ну, значит, вот это тоже подшипники такие, утяжелители, если можно так сказать, чтобы этот спиннер крутился очень быстро. Ну, очень прикольный спиннер, и я не знаю, черного цвета я выбрал с Алиэкспресс. Ну, не знаю, ребята. Напишите в комментариях, в чем смысл спиннера. Наверное, у некоторых людей нету спиннера, и, наверное, им легче жить. Ой! Кстати, он очень тяжелый. Пластик сделан очень хорошо. Внутренний подшипник, я вижу, очень хороший, потому что он крутится, и все. Внешний тоже шевелится. Вот. Давайте как-то вот так закрутим, что ли. Ой, а мой палец бьется, потому что руки-то у меня небольшие. О, давайте сейчас сделаем, я не знаю, какой-нибудь трюк. Нет, это не трюк. Как-то там люди перекидывали с рук на руки. Нет, не получилось. Я думала, это будет очень легко, но оказалось, как видите, с каких-то там попыток это должно получиться. Еще на видео это неудобно, ребята. Без камеры бы, наверное. Нет, не получается. Вот, наверное, вы хотели бы спиннер себе. Очень прикольно крутится, я не знаю. Мне звук нравится именно, когда он крутится. Спокойный такой, легкий спиннер. Ладно, вот такой вот спиннер на обзоре с Алиэкспресс. Я не знаю, кому нравится, можете заказывать с Алиэкспресс, он там очень дешевый. Не то, что у нас он продается за 2000 тенге. Или там в России, наверное, он стоит, я не знаю, от 200 до более рублей. Может, еще дороже. Вот. Так что, ну, с вами был я, Супер. Тут такая прикольная коробка.
упаковка, чтобы спиннер не поломался, пока пришел. По ссылке нет никаких подарочков, так что все, с вами был Супер. Если понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.